Как там говорят, два дебила это сила, а три дебила это вообще сила. Вот так вот УАЗик. Лебедка, вот фу, блин, это блокировки, колеса, лебедка, лебедка. Мы тут самые наша первые. Все. Да, ну, а сейчас посмотрим, чем мы занимаемся. Вот видите, вот такой механизм, суперский, офигенно. Это называется лебедка для бедных. Нет, для дебилов. Для дебилов, лебедка для дебилов, блин. Сейчас посмотрите издалека, как это выглядит. Давай. А правильно? Правильно. Ну, теперь я сейчас чувствую, что он сейчас туда. Уже стой, сразу пальцы вот здесь сейчас могут остаться. Нахуй. Главное, чтобы там ничего не вылетело, блядь. Я просто не скажу, что нормально. Нигде не загибаете. Вот я говорил за два, а что ты за два ты не сделал? Ну как это? Нет, дерево загибается. Не, нормально, так, нормально. Так. Стой, стой, стой. Давай. Ты проедешь, нормально будет. Там только бомб бухтовать не надо. Все. Ну он пытается, ему бы это. Он пытается. Аккуратно. Сразу видно, видишь, он чуть-чуть еще подвинулся. Ну давай вот таким макаром. Она уже больше не сжимается. Все. Крутим дальше. О, вот сейчас, вот сейчас уже поднять. Саня, вдвоем даже если. Так, я эту держу, подожди, сейчас вот это будет. Сейчас или порвется что-то, или сожмется, блядь. Саня, как бы это, подожди. Держи, держись. Я схватился. Так. Блин, вот сейчас вот ехать надо. Стой, подожди. Стой, Сань, подожди, мне встать как-то надо. Ты меня пускай. Ты что меня потянула? Стоять. Давай. Только ты во всю вытаскиваешь руками. Ну конечно. Давай, давай. Смотри, как натянуто. Ну как бы как. Или иначе надо. Стоп, стоп, стоп. Блин, ну стой, Саня. Стоп. Вот сейчас давай. Ну нормально. Нормально. Сейчас такое ощущение, что его подтолкнуть. Не-не, давай еще. Но он, видишь, он цепляется вот этим колесом, видел, пытается. Он уже выезжает. Вот смотри, докуда ты доехал, назад откатился. Ага. Но он шевелится. Давай. Давай загибаем дальше. Все, нечего переначивать. Херачим дальше. Вот так бы вдвоем быстренько крутить, а другой буксует, и мы бы его так сейчас медленно лебедкой бы его. Но. Ты прям натягиваешь по всему. Ну, как натягиваешь? Саня, знаешь что? Стоп! Не-не-не, смотри. Отпусти. Не-не-не-не. Ехать надо сейчас, да. Он сейчас его, он как раз еще даже сразу резко ослабнет она. Серега, дверь уже открывается. Ну, ты думаешь, мы тут зря бамбук ходим? Что-то делает по-другому. Сейчас вот там я подрублю, вот там, видишь, он его. Сейчас я там топором расковыряю. И он поедет. И вот здесь расковыряю. Все, разматывайте лебедку. Не будет плохим словам говорить. Вот так, если вам нечем заняться, вообще. Вот это самое лучшее мероприятие. Надо сначала один УАЗик сломать, вот там, да? Потом на втором стоковом на гоночной подвеске. Поехать в лес без лебедки, безо всего. Главное, еды побольше возьмите. Потому что звери в лесу голодные. Так-то. Хорошо быть водителем. Все копают кругом, вытаскивают тебя. А ты, Саня, ходишь, я говорю, кругом. Я же говорил, мечты сбываются, Саня. У кого какие? Серега мечтал по пассажирам проехать. Да, проехать с пассажиром, штурманом, поснимать. А снимаю я.
как Серега вытаскивает меня, опять бедный трудится, а? Так, Серега, все равно придется тянуть. Думаешь? Сейчас выезжаешь, если даже у тебя сюда сваливается вот эта сторона, ты выезжаешь. Нет, это мне надо той стороной подняться сначала. Поднимешься. Дальний. Че, пробуем? Поднимешься, я тебя сейчас только руки толкну там. Ну, поднимешься. Поднимешься, Саня. Саня, ну, если ты эту попытку закосячишь, я буду снимать все время. Оставшись. Саня, ну, я думаю, вторую надо. Вторую надо. Никакую не первую, вторую. И как только у тебя перец вот сюда вышел, вот так, а жопа начинает стаскивать, газку нахер и все туда. Пофигу, перец вышел, все, перец вытяни. Перчатки, Саня, сверху убери, потеряешь. Они еще годятся. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Стой, подожди. Перчатки не упадут. Ну давай, Саня, оба. Браво, браво. Ну откуда поехал-то? Короче, это, да, как сказать, не то, что замыливается, вот я еду, я рядом сижу, еду, Саня, мне кажется, он не так едет просто вообще, есть ощущение такое, поэтому как бы это, да, ну ладно, все, поехали. Пошли, ладно. Я не хотел останавливаться, Саня, ну ладно, что ты? Так, где второй топор? Все. Второй? Эту я палку хоть с собой бери. Саня, я потому что, да, я не знаю, почему ты решил назад, все, взад-зад, вот вперед болото. Если... Я, видимо, очканул, говорю, назад, на индосты. Да, 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 я понял.